Вениамин Кондратьев отметил, что одно из главных деловых событий страны регион готов принять в любое время. Инфраструктура Сочи сегодня позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года. Мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены. На инвестиционную политику Краснодарского края перенос форума не повлияет. Работу с инвесторами продолжим в прежнем активном режиме. По мнению главы региона, решение справедливо на фоне сложившейся ситуации. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Российский инвестиционный форум должен был начаться 12 февраля. Ежегодно на площадке собираются бизнесмены и политики, устанавливаются деловые контакты, подписываются многомиллионные соглашения. На сегодняшний день предварительно заявлено около 8 тысяч гостей из десятков стран мира. В прошлом году краевые власти заключили на инвестфоруме соглашение по проектам в сферах жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного, топливно-энергетического комплекса, строительства на общую сумму почти 300 миллиардов рублей.